Девочки, мальчики, приветик, мои дорогие. Ну вот я думаю, пойду прогуляюсь. Хочу пойти курочку купить. Ну и думаю с вами. Хотела прямую трансляцию сделать, а у меня зарядки тут мало. Поэтому я думаю, не буду делать прямую трансляцию. Бо опять на среди где-то выключится. А так думаю, пойду с вами по козьей тропе, по лестнице. Ходим до Натальи в магазин. Узнаю, есть у нее курочки или нет. Чтобы взять. Вот. И как раз за разом и с вами прогуляемся. Вот. И погуляем немножко. Вас потащу с собой. Видите, как у нас подниматься. Поднимаемся с вами. Снизу вверх. Идем снизу вверх. Идем. Вот, мои хорошие. Ну, не знаю, мои хорошие. Кому не нравятся мои видео, не смотрите, пожалуйста, если мои видео некачественные. Потому что мне сказали, что у меня видео некачественные, плохие, неинтересно меня смотреть. Ну, я ж никого не заставляю, правильно? Кто хочет, тот заходит на мой канал и меня смотрит, мои хорошие. Кто не хочет, пусть меня не смотрит. Вот. Вот так. Поэтому, как могу, так и снимаю. Качественно, некачественно. Как могу. Да, у меня телефон не дешевый, но я так поняла, что у меня это самое, как бы сказать, камера не сильно хорошая. Хотя телефон у меня очень дорогой. Ну, как дорогой? Где-то 20 тысяч. Да, 20 тысяч мы брали за 20 тысяч, а камера заказа... Я ведь не понимала, что нужно выбирать, чтобы камера хорошая была. А я бы взяла и не это самое. И поэтому вот так, какое качество у меня снимает такое, мои хорошие, я это видео выставляю. Это я иду на Вазовск, поднимаюсь по козьей тропе, вот, и с вами разговариваю. Поэтому извиняйте, если что не так, если у меня видео мутное, и я иду и вас считаем. Неправильно, ну как бы... Видео у меня шевелится, дрожит тудым-сюдым. Ну, извиняйте, как могу, так и снимаю. Вот у нас деревья уже, видите, как позацветало. Так, вот так. Сейчас поднимусь, дети кричат. Ой, мои хорошие, я вот залезла где-то тут. Не знаю куда, но залезла. По козьей тропе пока поднялась. Вся-вся-вся устала, запыхалась. Но хочу вам показать, как у нас, девочки, здесь сверху, как у нас вот, вы видите? Мальчики мои, девочки и мальчики, да, мои хорошие, вот я вам снимаю. Уже вроде как бы не стараюсь, чтобы так, телефон, чтобы не трусился, уже стараюсь. Надо будет купить мне, Денис Вадимович мне сказал, там 5000 или сколько стоит, ну, если дороже, стабилизатор. Надо будет как-то денежки собрать и купить, чтобы можно было вас хорошо нести и не трусить. Ну, чтобы не телепалось так сильно, чтобы было прекрасно. Вот. Ну что, пойдемте дальше. Ой, что-то... Пойдем дальше. Ну вот не стала я. Думаю, прямо трансляцию хотела сделать. Конечно, мне часики нужно набирать. Ну... А у меня тут мало зарядки, поэтому я думаю, не буду заводить эту трансляцию. А, может быть... Так, девочки, зашла я в магазин. Себе хочу масло сливочное взять. Вот 132, да? Ну, угу. Большая пачечка взять. Вот такие у нас тут цены.
Анюта, смотри, какие цены. 100 рублей плавленые сетки. Ну, такое у нас. Такое. Аня, как я снимаю? Нормально или нет? Анжела, скажите, как я снимаю? Нормально или нет? Как? Ну, близко я не могу это самое. Я не умею делать вот это больше, меньше. Вот как могу, так и вам показываю. Вот такие цены у нас на йогурт. Вот я зашла в магазин, хочу себе масло сливочное взять. За 132. Ну, шоколадки. Ну. Регина, как я снимаю? Нормально, нет? Вы хоть мне подсказываете, правильно я делаю, нет? Ну все, девочки, вот так я сняла, как сняла, так и сняла. Я не умею снимать. Там у нас мороженое. Нормально. Вот это. Все, мои хорошие. Всем спасибо. Что у меня про... Ну вот, вот такое у нас. Пока никого нет, я, девочки, снимаю. Пока никого нет. В магазине никого нет из покупателей. Потому что, знаете, как покупатели у нас возмущаются. Это девочки наверху, на Авазовской. Авазовск у нас магазин. Все, всем пока-пока. Я поняла. Ага. Я хочу рулетики. Девочки, это я зашла в другой магазин к Наталье за курочками, а их еще не привезли. Курочек. Пока не привезли. Вон тортики. Тортики, я сейчас вам тортики сделаю. Такие тут тортики я купила, медовик взяла. Ну что ты, Наташа, думаешь? Купила я кусок колбасы тут. Да, смотрите, 140. А я знаю, да, поставили все по 140. Смотрите. Я говорю, Игорь, ты представляешь, что вот так? Он говорит, ну мама, ну что ж ты? Я говорю, ну ладно. Когда приносят колбасу. Я говорю, что? Он говорит, только он уже харьковскую взял. Да. Нет, он взял на всякий раз. А, ты харьковскую украли? Мелкой. Я говорю, скотина, а я пошла посмотреть, где эта кошка? Девочки, вот у нас котлет. Я в Наташе спросила, Наташа мне разрешила снять, девочки, для вас поснимать. Пока 200 рублей тоже жить. Там дальше не про левый, там такой маленький магазинчик Наташи. Ну все есть. Все, мои хорошие, иду домой. Блин, с этим мужем. Думала, курицу куплю, уже не куплю. Надо бежать домой. Позвонил, сказал домой бежать срочно. Бегу. Немножко талава в магазин полный. Хотела еще поснимать. Так он же мне позвонил, и я уже не сниму. Ну, в следующий раз приду. У Натальи сниму. Магазин еще раз, если что, покажу. Тортик купила, я медовик взяла. 140 рублей. Свежий только привезли. Думаю, возьму к чаю. Ну, вот, мои хорошие. Ой, как всегда. Ну, не знаю, во сколько привезут. Охлажденку хотела взять, курочку. Не знаю, во сколько привезут. Что-то другой. Муж, этот самый мальчик, не тот, что как обычно привозит. Все, бегу. Девчата мои. Домой бегу. И вас тащу. Ну, я, наверное, выключусь, мои хорошие. Потому что... То, что вас, наверное, тоже... Колыхаю туды-сюды, как пьяных. Ну что делать? Ничего не сделаешь.
держать никак. Ну все, мои хорошие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока. Кому нравится, не нравится мои видео, смотрите.